24 марта 2024 год по настройкам фото Nikon Coolpix 5000. Так, вот у меня сейчас выдержка 1:30. F видно, фокус. Уменьшаю выдержку 1:160. И вот у нас уже луна приобретает очертания. Видно, да? 1:640. То есть чем я это регулирую? Вот это, вот этим вот колесиком. У меня вот этот переключатель стоит на МФ, это мануал, то есть ручной переключатель. То есть рычажок я сюда повернул. Если я повернул бы в другую сторону, получилась бы автофокусировка. Я очень долго снимал на автофокусировке. Вот этим рычажком я зумирую. Ну, это уже как каждый, кто как настроит. И вот этим вот кольцом я резкость меняю. Думаю, видно. Так, сейчас немножко убегает луна у нас к своему полнолунию. Уменьшаю выдержку, соответственно, луна сразу засвечивается. Если я более короткую выдержку делаю, то можно даже солнце на закате снимать. Изначально у меня был параметр ISO 1:125. То есть это надо предварительно до начала съемки установить. Видно, да? Ну, смотрите, теперь выключаю запись.